Всем привет! Вы на канале Сельхозпеределкин. И вот мы наконец-то решились, таки насобирали немножко по крупице времени, решили снять очередной ролик о наших страусах. На данный момент им 22 месяца возраста. Они уже начинают играться, так сказать. Как они играются, я сейчас вставочку сделаю прямо с начала ролика. С телефона успели их заснять. Ну, как видите, так, они возле забора сидели. Он был сверху, в общем. Она была снизу. Ну, там ничего такого особо не получилось. Просто, как говорится, ласки были там. Да, прелюдия была. В общем, там что-то около 30 секунд, поэтому немножко потараторю, чтобы это все дело влезло полностью. Чтобы не получилось так, что не влезет вся эта прелюдия в вставочку. Ну вот и все, собственно. Ну а теперь по теме. Значит, оцей хлопець, він буває їде своєю крышей и бросается. Ну, на меня не так, в основном на Юрку бросается и на папу очень сильно. Па, давай, демонстрируй, как ты на нее плохо влияешь. Смотри, что... То есть ногой, чтоб имеешь. Короче, яркая, за тобой все, пишу вслед. Вот такие у нас вот в общем новости. Самец есть самец, как говорится. Бросается, толкает забор, иногда даже машет ногами, ну то есть агрессивно, короче. Чуть-чуть, все, хорош. О, блин, чаще доски поотпадают. О. Батько, вы на него плохо влияете. Юра, а ну ты, не? А ну. По мне, блядь, на тебя несять? Конкурента видит? Юра, а ну попробуй, так, подойди. Сюда, так, чтобы виднее было. Да нет, я беру черная футболка. Ну не, на тебя так шипить и все, да? Дай ему еще допустить. Как на меня. Ось, смотри, сравнение. Оп, смотри, оп, опа. А я, а как же я? Вот такие вот, да. Я просто не знаю, на кого кидать. Ага, выше, да. Кстати, смотри, крыло растаял. Не, ну растаял. Дотекай, бо, блин. Боец. Да хорош, боец, бо сейчас еще не выдержится калитка, отлетит на сварка, блин, диви, ногу задрал. Ну и лесом. В общем, в принципе, не постоянно, да, па? Ну, наплывами. Бывает, короче, атакує. Бывает, мене атакує. Бывает, Юрку. Ну, то есть, кто придется, да. Кто, говорится, ближе, тот и молодец. Ну, це, що, честно, видео, в принципе, вечером никто и не думал снимать. Папа просто сказал, что очередной опять он начал, ну, бросаться начал. Тож, давай, говорю, что там того времени надо, чтобы снять этот видосик. Вот, на этом вроде бы у нас и все, по кормежке там, по все, кому надо, можете посмотреть видео в плейлистах, я добавлю в описании там, кому будет уже поинтереснее, что было ранее, какие зимники там и прочие тонкости, в это же видео только затронет нашего боевого, так сказать, страуса, ну вот самка, ну так, с опаской, как всегда, да, все, вообще не хочу уже, короче. А бог, в видосе вот там как этот, развитие птиц, по-моему, да. Что-то, да? А бог ее знает, кто что да, ты ж не поймешь что-то. Цвет одинаковый, бог их знает, кто там кидался. Да, ну, они все ж ногами будут бросаться. Вот, дальше, по окончанию видоса, собственно, на этом мы будем и заканчивать. Такой сравнительно недлинный ролик получится, потому что нечего пока что особо рассказывать. Ждем яйца, да? Ждем яйца, блин. Когда ж оно там будет? Ну, так как по теории после двухлетнего возраста там что-то должно быть где-то. Ждем вот это все дело. Значит, дальше сделаю вставочку. Сейчас пару слов объясню, что до чего это. Мы на экшенку на ночь в ускоренном режиме поставили в зимнике, ну, где они ночуют, где мы их на ночь загоняем, и сейчас же поставили экшенку в ускоренный режим, там примерно... В режим 5 секунд, чи шо, как оно там получается, бог его знает. Ну, факт тут что, вся ночь получилась 4 минуты 30 секунд. 4 с
2,5 минуты. Я, конечно, может, там что-то подрежу, но там вы увидите просто их, так сказать, жизнедеятельность, чем они там ночью занимаются. Я на определенных моментах, когда будут не монотонные движения, а какие-то интересные, я немножко замедлю, тоже много замедлить не получится, там потом кадры будет, как это бог знает что. То есть там уже без обсуждения, без ничего, просто под музычку будет, кому интересно, их жизнедеятельность ночью. Мы думали, что они там, может, в картишки перебрасываются, ну нифига, то ли камеру засекли, то ли они не перебрасываются ночью с друг другом в картишки, там на раздевание или еще как-то, на какие-то вещи сказать, тут уже у кого, как говорится, фантазии хватит. Ну на этом все, будем заканчивать, такой вот видос получился, все с ними хорошо, взрослеют, по размерам. По размерам самка больше, да? Да вот сейчас, да, вот самка больше. Что, ну, по росту примерно одинаково, тело просто. Сама тушка, как говорится, побольше. Шея вроде длиннее тоже. А, ну, ну может 20, а может... Ну вот, самка сейчас больше немного его. Ну как, не немного, а так. Вживую более заметно. На камере не знаю, но вот сейчас вот. Во-во-во, сейчас вот должно, ну так, на глаз. Ну больше, больше. Цветом уже, да, этот все темнее и темнее встает, дурачок наш. Ну, она такая темно-коричневая, да? Ну, примерно. О, давай, давай, атаку, фас. Не, не хочет. Він і на мене дивиться, виходить, і на тебе. Ні-ні-ні, куди ти залазиш, ти чо? О, ці 4 тисячі просмотрів того не стоїть. Ти чо, блін? Моя територія, так? Твоя територія. Ніхрена себе. Ну, отак от. Короче, страус настроєння, як говориться, так? Да? Диви, диви, диви. Ну, в общем, все, на этом будем заканчивать, а далее видос, о котором я уже сказал, нарезочка. The highest rate of radiation.